Здравствуйте, уважаемые зрители! Меня зовут Юлия, вы на канале «Рукоделие и путешествия». И сегодня хочу предложить вашему вниманию оригинальную идею вязания пледа, покрывала, шарфа, снуда или даже плечевого изделия. Метод заключается в том, что вяжутся отдельные полоски, вот такие, и потом из этих полосок собирается изделие. Но при вывязывании полосок они соединяются между собой в процессе вязания. В этом изделии можно использовать остатки пряжи, что очень как бы симпатично получается. Вот здесь я использовала остатки. И между ними вот так вот, между остатками у меня такая пряжа однотонная. Здесь у меня собраны разные мериносы. И этот вот такой... такой цвет, как его назвать, не знаю, светло-светло-абрикосовый, какой-то кремовый такой, он, это полумеринос. И тут вот разные мериносики, полумериносы, немножко мохера, все это соединило в единое целое. Очень интересный метод, придумала его не я, я его нашла, увидела в Инстаграме, на Ravelry есть описание этого метода, там тоже множество различных вариантов покрывал, и большие, и маленькие, и детские, и разные. Значит, это лицевая сторона, эта сторона у меня изнаночная. Вот, тут происходит соединение этих полос кромочными петлями. Я реально не знаю, как это делала автор этого изделия. Я не покупала мастер-класс, я просто увидела само изделие сами и думаю, о, почему бы так не связать к таким же примерно способам. Мне кажется, что это очень интересно. И я вот сейчас собираю вот такие остатки. Тут у меня, я же говорю, меринос, полумеринос, разная шерсть, мохер. И вот я тоже тут уже начала третью полосочку вязать. Значит, вяжется очень-очень просто. Количество петель вы можете варьировать для себя самостоятельно. Единственное, количество петель должно быть нечетным. Почему нечетным? Потому что эти две части у нас с одинаковым количеством петель и одна средняя петелька. Но у меня тут платочная вязка и... эти изделия вяжутся платочной вязкой. И я здесь можно выделить в серединке лицевой, все время вязать лицевой, да, по второй стороне изнаночной. Но я, у меня все вывязано лицевыми, и поэтому вот эти провязанные вместе в середине полоски петли, они вот просто таким бугорком выглядят. Значит, идея в чем? Набирается какое-то количество петель, нечетное. В данном случае у меня вот здесь набрано 35 петель. 35 петель. Я их делю пополам. 17, 17 и одна посерединке. Ну, вместе с кромочными это все. Значит, начинаю вязать лицевой гладью. Лицевыми провязала один ряд, провязала второй. И в следующем лицевом ряду я делаю следующим образом. Кромочная. Одна лицевая, затем накид, либо провязывание из протяжки, у меня из протяжки. Провязываем петли. Получается, если у меня 17, 2 я провязала, провязываю 14 петель. И затем 3 вместе. 3 вместе с центральной. Да? Одну отсюда плюс центральную. 3 вместе. Затем в эту сторону 15, накид. 14, да, получается? 14, накид и лицевая петля, и кромочная. Вот таким образом получается средняя часть у нас вытягивается за счет того, что тут 3 вместе провязываются. А вот эти боковые части с накидом, или у меня тут не накид, у меня вывязывание из протяжки. Ну, получается как бы дырочки. Это один вариант вывязывания такой как бы дорожки. Да? Что касается соединения. Вот у меня сейчас здесь на спицах вот как раз я вяжу. Да? Ну вот, показываю теперь, да, как это выглядит. Сейчас уберу лишнее. У меня просто здесь я придумала два варианта.
У автора вот такой вариант, да, что серединка этой ленточки, она как бы вытягивается, середина полоски. Значит, вяжу кромочная, одна лицевая, потом вывязываю одну из протяжки, потом 14 петель, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Вот у меня на спице одна петля с одной стороны, центральная и со второй стороны. Я их просто 3 провязываю вместе. Ну, можно как угодно провязать, можно центральную вывести вперед, но я просто провязываю 3 вместе. 3 вместе, потом 14 лицевых. Снова с этой стороны 14 лицевых. Так. Вот, не довязываю 2 до конца. Из протяжки делаю дополнительную, либо накид сделать как угодно. И все, вот полосочка. Все лицевые, соответственно, по изнанке я тоже вяжу лицевыми. Но это условно сейчас изнанка, пока что не заправленные хвостики. Когда хвостики заправятся, тут будет неважно, где у нас была лицевая при вязании, где изнаночная сторона. У нас все будет красиво, аккуратно и одинаково со всех сторон. Тут я все вяжу лицевыми до самой кромочной петли. Вот так довязываю до кромочной. Вот моя кромочная. Так, тут в предыдущем ряду потеряла одну. Вот, значит, довязала до кромочной. Затем я беру кромочную и через кромочную, вот одна кромочная моя, кромочная предыдущей вот этой вот полоски, и вместе их провязываю лицевой. Все, переворачиваю и теперь продолжаю вязать опять рисунок. Кромочная, лицевая, из протяжки дополнительно и так далее, и так далее. Главное следить, чтобы на спицах все время оставалось, ну, в моем случае 35 петель. Можно взять больше, можно взять меньше, набрать. Соответственно, полоски будут уже, шире. Вот, 3 вместе. Вяжется очень-очень быстро, вяжется интересно. Из-за того, что малое количество петель, тут как бы все продвигается моментально и видно результат. Если еще используются и остатки, то есть разные цвета, то это вообще супер. Вот так. Вот таким образом вяжу потихонечку и привязываю. Вот уже 3 полоски я связала. Сейчас у меня 4-я, вот такая яркая ленточка. Это первый способ. Вот. Таким способом вывязаны и вот у автора этой идеи изделия. На фотографиях там вы видели представлены. Но я решила еще и второй вариант. Тоже можно же по-другому поступить. Можно же не обязательно делать убавки посередине ленты. Посередине ленты можно делать прибавки, а убавлять по краям этой ленты. И вот у меня второй вариант. Да, здесь уже как бы наоборот все. Здесь у нас я прибавляю и делаю накид посередине ленточки, а провязываю уже 2 вместе с каждой из сторон этой ленты. Вот так я уже тут соединила. У меня просто частично постирана уже, а частично нет. Вот так. Вот так это выглядит. И получается, что вот когда мы вяжем, у нас тут уголки, получается, по краям. Если здесь у нас уголок был в центре нашей ленты, да, за счет того, что тут мы провязываем по 3 вместе, тут за счет того, что мы провязываем по 2 вместе, у нас этот уголочек получается крайний. Ну, в принципе, то же самое при соединении, это все равно будет вот такой край с уголками. Ну, соответственно, с этой стороны вот так. Значит, здесь мы вяжем все точно так же.
Вот. Единственное, что нужно ставить какой-то маркер, какое-то обозначение, в каком ряду мы делаем, соответственно, убавки, прибавки. Ну, это, я думаю, не сложно. У меня просто здесь стоит маркер, что если я вижу маркер, значит, в этом ряду мне нужно, соответственно, вывязывать накиды или накиды и провязывать две вместе. Значит, тоже кромочная, лицевая. Затем я провязываю две вместе любым способом. И еще хочу сказать, здесь у меня меньше петель. Здесь у меня набрано 27 петель. Там было 35, здесь 27. Вот, довязываю до серединки. Прибавка из протяжки. Прибавка из протяжки. И дальше до конца ряда. И, соответственно, в конце, вот у меня сейчас на спицах 4 петли, 2 мне надо оставить, лицевая и кромочная, и 2 провязываю вместе. Вот таким образом. Разворачиваюсь. Здесь петель меньше, но здесь у меня спицы толще и пряжа толще. Ну, следующий ряд. Все лицевые. И вот в ряду, где все лицевые, да, то есть а-ля изнаночный ряд. Ну, это уже... Это уже потом в дальнейшем будет непонятно, где тут был изнаночный, где лицевой. Значит, все лицевые, без всяких прибавок, убавок. Довязываю до края. И эти ленты можно вязать любой длины. Можно потом довязать, если надо, открыл, распустил и довязал на нужную длину. И теперь кромочная, да, вот у меня кромочная. И кромочная предыдущей ленты. Вот так я их две вместе провязала. Все. Готово. И получается вот такая красота. Здесь у меня состав пряжи хлопок и буклированный полумеринос. Вот такой букляшка. Это бы такое тепленькое покрывало пледик. А это у меня, я уже сказала, теплый полушерсть, полумеринос. И тут у меня остаточки разные соединяю. Но я думаю, что это я буду вязать еще долго, пока буду собирать различные остатки. А вот это вот беленькое, бело-розовое у меня, это как бы не остатки, это просто пряжа разных оттенков. Я вот тут буду использовать, просто хочу сделать такое полосатенькое, чтобы одна лента была какого-нибудь такого отличалась от белого, скажем так, чуть-чуть какие-то нюансы цветовые. Тут у меня такой бежево-розовый, там у меня есть такой голубоватый, есть мята, ну, то есть вот такие оттенки. Такое будет интересное покрывало или пледик. Вот такая идея, такие два варианта, да, можно выбрать для себя, какой интересней. Ну, в принципе, они одинаковые, скажем так, да? Просто мы по-разному в этих ленточках прибавки и убавки делаем, соответственно, либо по краю тогда мы прибавляем с одного края, с другого, и, соответственно, провязываем вместе петли, либо по центру, если делаем накиды по краям, либо наоборот, накиды посерединке, а провязываем вместе по краям. Единственное, опять же, следим за количеством петель. Вот. Если у нас тут по одной прибавке, соответственно, нам здесь нужно убрать 2 петли. Да? Поэтому мы тут провязываем 3 вместе лицевой. Здесь у нас по одной прибавке, но у нас мы 2 раза провязываем по 2 вместе. То есть убираем одну петлю здесь, здесь у нас накид или из протяжки. Здесь же у нас мы добавляем петлю с одной стороны и с другой, и тут провязываем 3 петли вместе, то есть убираем 2. Вот такая история с пледом, покрывалом и так далее. Это из серии «Что связать из остатков». Мне кажется, что это оригинальный вариант. Так вот. Вечерами
или на природе. Можно взять с собой маленький клубочек, маленькие спицы и вязать такую интересную вещь. Либо теплую, либо это может быть хлопок, летнее какое-то такое изделие. Детское, я уже сказала, взрослое, какое угодно. Мне кажется, идея классная. На этом все. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.